Дизельный дастер зависает обороты при переключении и не развивают снизов. Кодов неисправности на панели приборов не обнаружено, поэтому заходим вручную и смотрим наличие ошибок. И видим. Выключатель педали сцепления нажатый. Но педаль-то не нажата. Вот сейчас нажата, сейчас не нажата. На дизельном дастере есть одна особенность, связанная с педалью сцепления. У вас двигатель не будет набирать обороты на полную мощность, пока не увидит выжатую педаль сцепления и потом отпущенную. Лезем в концевик. Так, снимаем вот эту нашу шумку. И мы видим шток главного тормозного цилиндра со смещением. Педаль сцепления при этом концевик совсем не касается. Чтобы вы понимали, шток должен быть вот здесь. Соответственно, защелка здесь просто неисправна. Сейчас я протащу вот здесь вот так хомут. Зажимаем его здесь как следует. Теперь педаль не соскакивает, и мы видим, что концевик отжимается. Проверяем, сейчас отпущен, сейчас нажат. Проблема решена, стоимость хомут.